Материнский капитал в дело. 230 миллионов рублей с начала года направлено приморским семьям из краевого бюджета на расходование средств регионального материнского капитала по рождению третьего ребенка. 67 миллионов из них на счета получателей поступили в ноябре. Как сообщили в Министерстве труда и социальной политики Приморского края, за 10 месяцев с начала года сертификаты на выплату оформили более 2000 приморских семей. Почти 1500 многодетных получателей уже воспользовались средствами выплаты маткапитала. Стоит напомнить, региональный материнский капитал семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, стали выплачивать 7 лет назад. За это время его стоимость увеличивалась несколько раз. Размер демографической выплаты в 2020 В этом году составляет 184 421 рубль. Как и в случае с федеральным материнским капиталом, краевую выплату можно направить на улучшение жилищных условий, образовательные услуги или социальную адаптацию ребенка-инвалида. По данным статистики, большинство родителей используют средства для оплаты ипотечного кредита, решения жилищного вопроса. Глава ведомства напоминает, что до 31 декабря все, кто получает меры социальной поддержки на банковские карты Visa и MasterCard, должны перейти на карту МИР и обязательно передать новые данные специалистам соцзащиты. Чтобы сделать это онлайн, можно воспользоваться инструкцией на интерактивном портале министерства.